я нарядилась сегодня в блузочку, которая сшита по методике так называемого рукава реглан. Хотя, вот вы меня сейчас видите, да? Вы видите, что это никакой не реглан. У классического реглана вот сюда идут вот такие вот линии в горловинку, да, линии проймы отправляются в горловинку. А у меня, как вы видите, линии проймы переходят вот в такую кокетку. То есть это рукав-реглан, но это не просто рукав-реглан, а рукав-реглан-кокетка, объединенный с кокеткой. Смотрите, я хочу показать вам свою блузку. Вот, видите, какая блузочка? Очень любимая шелковая блузочка. Рукавчик, как я уже сказала, реглан-кокетка. Форма у этой блузочки вот такая прямая. Прибавка по бедрам, посмотрите, сантиметра 4. По груди тоже, наверное, сантиметров 5. То есть наши классические прибавки. Рукавчик немножко расклешенный к низу. Обработан вот здесь московским швом. Нагрудная выточка переведена в остаточную вот сюда, впереди. Я ее сметала, но прошивать не стала. Когда блузка была готова, мы проходили с вами на моделирование эту тему. Вот эти выточки сметанные разметались, открылись и получились вот такие два защипчика. Это нагрудная выточка. Давайте теперь посмотрим, что я сделала со спинкой. Не знаю, видно ли вам спинку. Надеюсь, видно. Там тоже линии реглана переведены в кокетку. И еще по центру спинки такая встречная складка. Это как бы лучевая раздвижка, которая не увеличивает ширину нашей блузки по бедрам. Видите, она какая аккуратная идет, не параллельная раздвижка, а именно лучевая. Параллельная, она увеличит всю ширину, а не всем это нравится, не всем это хочется. А лучевая раздвижка, она делает только вот эту симпатичную складку. Там эта складочка у меня разводится сантиметров на 6, то есть 3 сантиметра с одной стороны глубина и 3 сантиметра с другой стороны. В целом на 6, ну а половинку на 6, а так, видимо, 12 сантиметров. Вот такая у меня блузка. Ну, давайте уже весь костюм посмотрим. Я сегодня нарядилась в свою любимую одежду, чтобы вам показать. Вот мои брючки любимые, немножечко клёши. Видите как? И вот такая вот не стесняющая движение, вот такая блузка. Удобная, хорошая.